Друзья, всем привет, и мы продолжаем играть в игрушку Planet Crafter. И остановились мы на том, что что-то поделали, что-то по чем-то и что-то еще. Угу. Как-то вот так, в общем. И сегодня будем продолжать что-то делать. Ну, вы поняли, да? В общем-то, да, погнали. Сегодня будем крафтить ракету. Ракета — это то, что нам сейчас необходимо. Потому что эта ракета нам позволит намного быстрее терраформировать нашу планету с вами. А это то, к чему мы стремимся. Чем быстрее, тем лучше, правильно? Так, это все сюда. Сейчас все урожаи с вами пособираем. А, так все уже собрал. Тогда ладно. Лерму пока выложу. Я уж не буду слишком много делать. Тем более у меня энергии. Там кот наплакал. Нам нужны суперсплавы. Вот что я хочу вам сказать. Поэтому сейчас отправляемся именно за ними. А потом уже будет видно, что будем делать. Пока что нам нужна целая куча суперсплавов. Я так не люблю, на самом деле, их собирать, потому что, ну, сами понимаете. Они на этих горах, блин, я как козел тут скачу, и это вообще меня не устраивает, если честно. Не особо мне нравится быть козликом. Ну, что поделать. Такова работа, правильно. Так, суперсплавы. Здрасте. Будет плохо, если они тут закончатся в ближайшее время. Потому что мне их нужно все больше и больше. Судя по всему. А это значит, что они мне очень даже нужны. Так, спокойно. Чуть не упал. Так, дождь что-то стал очень часто у нас идти, конечно. Это, конечно, вроде замечательно, но собака, он такой громкий, что лучше бы он не шел, будем честны. Ну, погода потихоньку делается, это замечательно. Так, здесь у нас нету... Да, суперсплавов, как видно, очень что-то маловато. Очень мало, я даже сказал. Кот наплакал. О, здесь сундук, я не помнил, и упал я его. Вон, вижу суперсплавы. О, суперсплавы. Так, нет, пойдем в другую сторону. Во. Да, я понял, почему у меня их вечно не хватает, потому что их, по сути, тут и нету. Их очень мало. Крайне дефицитно у нас в этом все. Так, кстати, а что тут за местность такая? Я не помню, чтобы я тут был. Или это рядом с каньоном нашим? Давайте поглянем на всякий. Правильно? Ну, что уж узнать, где ты находишься. Так, здесь можно ходить, то есть... То есть можно, да? Можно ведь, не провалюсь? Спасибо. Да, это над каньоном прямо. А здесь нет, нельзя ходить. Ну, нежелательно, то есть. Окей, спускаемся. Чё ж поделать? Блин, мне кажется, тут что-то должно быть. Не знаю, у меня почему-то такое ощущение... Прям стойкое ощущение, что тут должно что-то секретное находиться. Я не знаю, почему. Может, какой-то очередной бункер было бы неплохо увидеть. Какое-то странное местечко. Или что такое? Нормальный домик. Чё нет? А чё и нет, а правда. Так, ну, не. Видимо, тут всё-таки ничего нету. Ладно. Не увенчался успехом мой поиск бункеров. Ну, я и больно так хотелось. Я вообще за суперсплавами, точно. Я уже забыл, что я тут делаю, если честно. Просто забыть успел. Ни хера еще не видно, естественно. Ни вы одни ничего не видите. Из этого дождя и темноты я ничего не вижу. А как в глаза дал... Зашибись, я упал. Как в глаза долблюсь просто. Типа, где я, кто я? Никто его знает. Вот я не знаю. Да тихо, успокойся. Так, надо уже будет возвращаться. Но я бы хотел побольше суперсплавов. Это вообще фигня. Что я тут добыл? Какую-то мелюзгу буквально добыл. Так дела не делаются. Там что-то еще есть. Господи, нихера не видно. Тут навряд ли, да, будут суперсплавы. Это уже выход, по сути. Блять, как же тяжело. Где я? Дай мне чуть-чуть суперсплавов. Пожалуйста. Нет, собака. Так, на самом деле кислород не вечен. Давайте-ка закругляться по чуть-чуть. А то так ненароком сдохнуть можно случайно. А
потом, знай сюда, беги 1000 километров. Не очень бы хотелось, на самом деле, опять же. Короче, да. Короче, некуда. Так, давайте здесь еще пройдемся буквально. Ага, вот проходик есть. Так, ну я здесь везде был, это я помню. Буквально здесь недавно был. И здесь точно не остались суперсплавы. Я просто хочу тот маленький суперсплав забрать, который там остался. Вот тот маленький кусочек, да, который мы видели. Вот, я только ради него здесь бегаю, как этот. По сути-то. Вот, вижу суперсплав. Зашибись. Может, еще где-то увижу? Не? О, вижу. Цель, не вижу преград. Но это все не те кусочки, кстати. Нормально, тут еще есть суперсплав. Я уже думал, я тут все обыскал. Нет. Ошибся. Да не так, видимо. Так, куда бы еще мне сходить за суперсплавами? Так много вариантов, конечно. Так, вон я вижу. Короче, мне нужно, знаешь, что сделать? Это, конечно, скорее всего, после... Хотя, ладно, какая разница. Сейчас по этой колонии после забираемся и все. Что переживать-то вообще? Замечательно. Ну все, я доволен. Этого мне предостаточно. Вот я еще даже один нашел. Вообще кайф. Так, надо возвращаться. Надо возвращаться. Кислорода очень мало. Ой, так и знал, тут будет еще один. Погодите. Что это за место? А, я думал, там какое-то ущелье скрытное, но нет. Мне все кажется, что тут может быть опять же что-то скрытное. Не знаю, мне может просто уже кажется, потому что я уже бункера всякие, знаете, находил. И мне теперь на каждом углу кажется, что что-то тут должно быть секретненькое. Вы понимаете, да? Не, ну вы понимаете, а? Ну, в общем, дело такое. Так, выход. Надо быстрее возвращаться. У меня кислород-то не вечен, так или иначе. Ну, суперсплавов... Не, нормально. Теперь-то, надеюсь, точно надолго хватит. И ракету скрафтить, все остальное. У меня еще два этих есть. Иридиевых стержней. Я сейчас две ракеты, наверное, сделаю, а не одну. Что-то мне опять же подсказывает. Ну, сейчас два двигателя сделаем, там уже видно будет. Так. Двигатели. Двигатели делаются у нас из урана, суперсплава и иридия. Угу. Ага, угу. Так, два тогда возьмем. Два возьму. Все, два двигателя готовы, считайте. Раз. А, два урана надо на один. Дороговато, конечно. Блин, потом еще уран надо будет искать. Без понятия где, если честно. Мне повезло тогда, что я шахту нашел урановую. Если бы я ее тогда не залутал полностью, у меня бы сейчас проблемы были с энергией, конечно. Но благо повезло. Погнали смотреть. Там на 1000% давление увеличится, если я не ошибаюсь. Если это правда, то у нас будет добыча не 139, а 1200 с лишним, скорее всего. Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Если это так, то это будет имба. Это будет то, что я хотел бы. Так, тут нужен кобальт. Я еще хочу, да, также глобальный бонус генерации тепла. И вот это, две ракетки. То есть кобальт нужен и кремний. Сейчас все будет, погнали. А я могу несколько за раз запустить? Было бы имбово. Мне кажется, только одну ракету можно запустить. Давайте проверим, кстати. Раз, два, три, раз, два, три. И кобальт, кремний. Раз, два, три, раз, два, три. Заодно узнаем. Если можно сразу несколько ракет запускать, и это будет не 1000%, а 2000%, я с ума сойду, честно. Этого будет мне точно предостаточно. Так, начнем с этой. Вот такая вот ракетка. Кстати, со стороны выглядит массивно, да? Так, запускаем. Давай, пакета. Я, кстати, вроде видел... Не, показалось. Хотя не факт. Чё? Она летит или падает? В общем, я видел какой-то комментарий. Это что? А, я же думал, какой-то огромный метеорит летит нам разъебывает. А нет, это маленький. Ну, маленький, ладно. Маленький можно. Давай прямо во время метеоритного дождя ракету запускаем. А почему бы и нет? Правда. Пойдемте глянем, сколько у нас сейчас процентов. И от этого уже будем отталкиваться. Ну, точнее, сколько не процентов, сколько добычи идет. 1400. Я был прав. Какая это имба.
Погодите, а если я сейчас еще одну запущу? Я же могу еще одну запустить, да? Если да, то это все, это конечное. Вы же понимаете, да, что это очень много. А, ракетный двигатель нужен, точнее. Что-то я это переоценил свои возможности. Нужно еще два ракетных двигателя. Хотя мне бы и одного хватило, я думаю. Хотя нет, еще два. В общем, да, кайф. Это кайф. Так, что надо? Попить надо, покушать надо. И мне нужно... Благо, иридия у меня очень-очень много. Я, наверное, весь заюзаю, так и быть. Ага, даже вот так. Офигеть. Не хватило иридия, к сожалению. Жалко. Ладно, ничего страшного. Чё тогда? Давай запустим еще один, чтобы на давление было. Что у нас давления крайне мало. Крайне... А, уран же нужен. Ты что-то я переоценил свои возможности. У меня урана ни одного не хватает. Зашибись. Ну, короче, пока с такими процентами. Да. Чё имеем, имеем. Так, опять падать начало. Так, это все скидываем тогда. И что мы с вами делаем? Тут уже 11%, и выработка идет очень хорошо. Мне бы еще кислород увеличить, кстати. Да, тоже неплохо. Это что, заново началось? Ёперный театр. Нам надо сейчас идти и искать с вами, где мы вообще можем найти это, скажите. Нам очень сильно нужен уран. Нам очень сильно нужен уран. Настолько сильно, насколько это возможно. Вопрос, где его найти, очень хороший, потому что уран очень редкий, довольно-таки. Очень довольно-таки редкий уранчик у нас. И, блин, с ним могут быть очень даже большие проблемы. Я не знаю, где его искать, но мы все равно попытаемся. Сейчас куда-нибудь сходим. Я, возможно, хотел бы пойти в ту же сторону, где мы прошлый уран нашли. Возможно, я там найду. Так, я хотел скрафтить баллоны с воздухом. Где? Вот тут. Блин, так мало баллонов получится. Не, правда, маловато баллонов. Всего два баллона вообще фигня. Что за х... Что? Уран! Что? Ты что, шутишь? То есть на меня сейчас упала урановый метеорит, да? Спасибо. Меня игра как будто выслушать решила и такая, типа, да ладно, не серчай, на. Смотри, прям внутри кусок большого урана. Который, кстати, добыть все, конечно. Че, это что, шутка сейчас была? То есть они серьезно мне скинули на голову уран, когда я пошел искать уран? Спасибо. Там, смотрите, тоже уран, видимо, опа. Нам уран не нужен, я все сказал. Но я все равно в ту сторону прогулялся. Я думаю, мы сейчас так и поступим. Только для начала скрафтим всю движуху. Тут еще один, да, урановый метеорит упал. Во, еще кобальт это буду. Че, серьезно? Просто упали урановые метеориты? Не, ну это благословение, спасибо. Что может быть лучше? Так, генератор водорослей у нас разблокировался. Это интересно. Не, ну это кайф. У нас сейчас целая куча урана будет. Да, прям полноценный урановый, смотрите, метеорит. А, по-любому же еще где-то кусок должен быть, нет? Я каждый кусок на счету. Не, больше не вижу. Жалко. Ах ты собака, как я знал. Всему этому распластался. Черт, ты видишь. Теперь точно не вижу. Окей. У нас теперь пол инвентаря. Не, ладно, не пол. А, 1/3 инвентаря с ураном. Тут еще, кстати, иридий упал. Мне он тоже нужен. Офигеть. Ну, ты, я понимаю, метеориты начали падать. Вот такое я уважаю. Почаще бы я бы вообще доволен был. Че-то я вообще не ожидал, что такая фигня мне на голову упадет. Собирался уже в поход отправляться, искать уран, а он мне прям на голову упал. Что может быть лучше? Типа, серьезно. Это кайф. Так, тут тоже что-то зеленое, может тут внутрь? Я теперь зайти не могу, серьезно? Спасибо. Может где-то среди листвы еще уран? Не, не вижу. Ну, в общем, пока этого хватит на самом деле. Мне большего для жизни не надо. Так, что у нас по энергии? Я для чего уран-то мне еще нужен? Для энергии как раз-таки. Так, давайте тогда еще одну ракету запускать, что могу сказать вам. Три кремния надо. Плюс один вот этот кусочек. Готово.
также наделаю вот этого. Угу. И ириди я бы выложил. С ураном за пару, блин. В общем, все. У нас нету проблем ни с иридием, ни с ураном. Зашибись. Как-то быстро я от проблем избавился в своей жизни. Так бы в реальности, на самом деле, было вообще замечательно. Ну, ладно. Так тоже пойдет. Я доволен. Погнали тогда сейчас с вами что делать. Отправляемся создавать ракету очередную. Мне главное узнать, будет ли накладываться проценты на проценты. Так, а тут что за... Еще один урановый метеорит. Да ты шутишь. Да правда, что может быть лучше? Нас скоро заодно уже этот ядерный генератор еще третьего левела откроется. Или второго. Не знаю, какого у нас сейчас просто. Но он будет вырабатывать намного больше. Я как раз думал за ураном, поэтому-то и отправляться по части. Капец, просто урановые метеориты нападали. Вот это я понимаю. Уважуха. А, суперсплавы нужны. Чего ж ты раньше не сказал? Молчит такой. Не говорит, главное. Так, где? Уран выкидываем. Не, не выкидываем, в плане складываем. Ну, урана много. Урана, правда, много. И его, надеюсь, нам хватит. Чтобы энергию производить еще в большем количестве. Я хотел еще кислород просто увеличить производство потом. Вопрос. Теперь ли будет все работать, как я хочу? О, ядерный реактор. Ракету я не запустил. Я хочу ее забаговать, а вроде я где-то слышал, что можно ее как-то забаговать, если как-то залезть, то ли на нее, то ли еще что. Не, вроде так же летит, да? Она в прошлый раз вроде по таким же углом летела, хотя и не факт. Как-то она странно полетела. Ну ладно, пойдемте глянем, что у нас. Сколько процентов? 2700. Ёва! Оно работает. Это кайф. Это такой кайф. О, метеориты? Можно урановые, пожалуйста? И риди еще. Давай, жду. Так, давайте глянем заодно сейчас сразу. Не ясно, какие. Ну, их очень мало, что мне подсказывает, что опять могло... А, нет, ладно. Жалко. А, тогда что? А, у нас второй генератор появился, еще водоросли. Ну, водорослями, наверное, в следующей серии займемся. Сколько? Охуеть, он вырабатывает 300 в секунду. А здесь 86. Взрывной порошок только нужен и 3 урановых стержня. Вот это прилично, будем честны. В общем, ладно, отправляемся, наверное, с вами. В путешествие небольшое. Возьму только бутылку воды на всякий. И погнали. Так, нам в ту сторону. Все, двигаемся. Заодно глянем, может я там что-то... Я по-любому мог что-то пропустить. Я там так увлеченно был занят всякой движухой, что я мог там просто кусок карты не заметить на самом деле. Там и бункер был, и огромный этот самый, скажите. Ну вот тот огромные врата, которые упали. Короче, целая куча всякой интересной фигни. И я мог по-любому-то что-то да и пропустить, что-то мне подсказывает. Это алюминий я еще пособирал. Ну ладно, может на обратном пути. Пока что не особо стоит этим заниматься. Так, а я так полагаю, в урановой пещере уран же заново не растет. Это не так просто, мне кажется, работает. Это было бы странно. Я бы все равно ее чекнул, чисто на всякий случай. Но мне кажется, навряд ли там уран мог вырасти. Это было бы правда странно. Так, вот оно, это место. Да, здесь тоже такой небольшой каньончик. Что это? Да я говорил, я что-то пропущу, а вы не верили. Так, что у нас тут есть? Это какой-то спутник. Открыть обло... А, нифига. А, хуй. Погоди. Ладно, еще рано радоваться. Вот это я возьму. Слушайте, довольно-таки неплохо. Ну, это прямо полноценно. Его можно разобрать, интересно? Его разобрать нельзя, но можно было залутать. Это что за херня? Там, наверное, не прогрузилась текстура, да? Ну ладно, урановый стержень это 9 урана сэкономил, считай. Это нифига себе, нифига себе. Это много. Это много. Экономия, это я люблю. А это что? Золотой ящик? Golden Efig... Что это? Ракетный этот еще? Офигеть. Это же 600 золотое семя! Что это?
Так, я должен это сфотографировать. Это будет нашей превьюшкой. Окей, золотой ящик. Золотой ящик. Что? Окей, это, видимо, от разработчиков что-то, да? Правый клик, чтобы построить. Да, это фигурка от разработчиков, судя по всему. Кайф, кайф. Да, я просто сюда забрался, чтобы осмотреться, а в итоге нашел эту дырочку. Прикол. Да, мы с этой стороны не были. Здесь много чего еще может быть. Погнали исследовать. По чуть-чуть, по мальца. Ага, пещера. Пещера, пещера. Ну, она еще долго не разблокируется, я так полагаю. Сколько здесь надо? Сколько? 45, офигеть. Да, я понимаю, пещера. Ладно. Нет, а это правда много. Вот это уже много. Тут хер поспоришь, я думаю. Так, тут край карты что-то мне подсказывает. А вот это то самое место, где мы нашли бункер, да? Агась. То есть это все было так близко, и я вот это все не заметил. По одной простой причине, я, как и говорил, я был слишком занят вот этим всем. Вот этими всеми красотами балдежными. Так, что у нас вот тут? Теперь мне кажется, мне хочется теперь каждый угол на самом деле обследовать, потому что я думаю, что везде что-то разрабы могли оставить. Это вот они зря мне дали такую вкуснятину. Золотой еще на 600%. О, вот это вкусно. Так, а вот она, та самая пещера. Давайте, наверное, мы ее сейчас с вами обследуем. На всякий случай еще раз. Ну, навряд ли уран мог вырасти, да? Это было бы странно. Да. Да, пустой, пустой. Хорошо. Ну как, плохо, но хорошо пойдет. Это забираем. А где-то тут вот, да, еще ящик видел. Алюминий возьму. Алюминия дома не так много вроде. Вот этот мне еще смущал. Какое-то странное место было на самом деле. Забраться бы на него. Ладно, для меня теперь все будет странно, я понял. Либо вообще все. О, кстати, я теперь смотрите, я выше летать могу? С каких пор? А, это забаговалось. Ладно. Блин, нафиг меня обрадовали на 0,1 миллисекунду. Взяли, обрадовали, и потом как сказали, что нет, нифига. Обидно аж стало. Так, окей, здесь мы были, а вот здесь мы не были. Погнали смотреть. Во-первых, залезем на гору, куда же без этого. И с нее посмотрим, что тут есть. Такие странные колонны, да? И, в принципе, это все. Но меня интересует больше, что у нас вот здесь вот за горами находится. Я так полагаю, это конец карты, да? Но все равно. Почему бы не глянуть? Может, тут еще какой-то бункер будет? Ну, там, кстати, прям какая-то постройка. Ну, имеется в виду прям какие-то горы полноценные. Но тут я ничего не вижу. Давайте еще вот сюда зайдем. На всякий. О, распаститель семян разблокировался. В общем, в следующей серии, видимо, да, мы будем заниматься тем, что будем опять наращивать производство, что-то мне подсказывает. Так, давайте на нее заберемся. Какой-то слишком балдежный подход. Не, ничего нету, жалко. Так, если на нее забраться? Давайте я уж постараюсь как... А, я сквозь прохожу. Жалко. О, здесь не прохожу. Давайте попытаемся. О-о-о-о, нифига я. Так, ну вот тут ничего не вижу. Ага, там мы были. Ну, короче, да, тут вроде бы ничего нету. Вроде бы. Я не уверен, но вроде бы да, ничего нет. Окей, тогда отправляемся дальше. Вроде как все поисследовал по максимуму, постарался. Конечно же, я мог что-то пропустить. Я довольно-таки невнимателен, но все равно, какая разница. Может, здесь когда-нибудь будем заново проходить мимо. Я бы, возможно, что-нибудь да и нашел. Так, давайте еще сюда залезем. Ага. Тут, возможно, что-то...